Я хотел бы в первую очередь сказать, что я за чрезвычайные меры в этих условиях, в которых мы оказались. Но хотелось бы, чтобы в первую очередь эти меры касались обеспечения москвичей средствами личной безопасности. Чтобы были посты у каждого метро по раздаче масок. Не получается по раздаче, хотя бы по продаже. Сейчас даже во многих аптеках их нет. Конечно, я поддерживаю предложение прекратить ненужные работы в городе, строительные работы прекратить, не какие-то нерабочие места для москвичей, потому что москвичи на стройках не работают. Особенно прекратить конфликтные стройки, которые провоцируют протесты москвичей, прекратить работы по благоустройству, по озеленению, а все средства, заложенные в бюджет, бросить на борьбу с коронавирусом. Вот если бы был такой пакет мер, включая и ужесточение против граждан, я бы поддержал данный проект. В данном виде, когда такого пакета нет, поддержать не могу.